В Твери 27 мая начнется процесс по делу об установлении факта геноцида. По поручению генерального прокурора Игоря Краснова, глава надзорного ведомства Верхневолжья Максим Жук направил в областной суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности геноцидом советского народа. Речь об установленных и вновь выявленных преступлениях, совершенных немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Калининской области. Заявление подано в целях защиты национальных интересов России, законных прав и интересов родственников погибших, а также восстановления исторической справедливости. Первое заседание состоится в понедельник, 27 мая.